Приветствую всех в пространстве Таро Ведьмы. Призываю вас послушать этот расклад. Сегодня, я бы сказала, опять мне пришла идея и тема этого расклада. Как всегда, поток мыслей мелькает. Плюсом я делаю вам расклады в перерывах между личными раскладами и ритуалами. Поэтому мне пришла такая сегодня мысля. Давайте делать, пока она пришла. Зажигаем новую свечку, призываем информацию с потока. И мы сегодня посмотрим на два варианта, что его так связывает и удерживает с соперницей. Девочки, этот расклад для тех, кто находится в любовных треугольниках, у кого есть соперница, без разницы кто там, жена, любовница или просто женщина, которая мелькает и есть между вами. И ты самое главное об этом знаешь. Поэтому давайте посмотрим, что их связывает, что его удерживает. Все-таки с позиции мужчины. Жми лайк для энергообмена, обязательно подпишись на Таро Ведьму. И за личной диагностикой на тему любовного треугольника или любых других интересных тем записывайся ко мне через WhatsApp либо Telegram. Если вы смотрите меня в телеграм-канале и в инстаграме, у меня есть прайс по ссылке топ-линк. Там есть расклады на любовный треугольник. Это любовный треугольник и жена и любовница. Поехали, я сегодня буду смотреть на двух колодах. Подумайте о ситуации, загадайте обязательно человека, напишите вашу ситуацию в комментариях, какова она есть, я вам обязательно отвечу. Если у вас есть какие-то вопросы, лучше писать их в личку, девочки. Не стесняйтесь писать в WhatsApp и Telegram, я отвечаю абсолютно всем, даже если кто-то и не заказывает услуги, я в любой ситуации отвечаю. Хотя желательно, конечно, понимать, что это все платно, что бесплатно никто не работает. Цените труд практикой ведьмы. И также я работаю не только с раскладами, диагностиками, а и ритуалами. Не каждый таролог и не каждая потомственная ведьма этим занимается. А я занимаюсь, вот сейчас делаю вам расклад и пойду делать у меня сегодня 3 ритуала по чисткам. Поэтому вот такие вот у нас дела каждый день. Для нас это рутина, а для вас это нечто покрытое мраком, магия и таро. Давайте смотреть, что его так сдерживает и удерживает с ней, то есть с соперницей. Подумая о ситуации, обязательно определись, первый и второй вариант, слушай свою интуицию, и мы посмотрим, что их связывает, что их удерживает, что его с ней сдерживает, почему он, к примеру, с ней не расстается, не уходит от нее. Может быть, даже чувства покажут карты, кто знает. Карты у нас всегда показывают то, что есть на самом деле. Поехали! Я буду дополнять, если мне будет что-то интересно. С единичек, приветствую вас, давайте посмотрим, что у нас здесь выйдет и что реально сдерживает вашего партнера с ней, с соперницей. Да, здесь действительно ситуация такова, что они встречаются. Присутствует между ними, конечно, сейчас какая-то борьба, противоречие и даже ревность. Если она знает о том, что вы существуете, она реально ему выносит мозги насчет вас, понимаете? И у кого-то, ну, по-разному, конечно, отыграется, но вообще я здесь вижу как бы человека, который может состоять в семейных отношениях. То есть семейные отношения здесь по-любому есть, вот у товарища, да, либо женщина здесь сама по себе семейная у него. И с вами здесь встречается, понимаете, вот по сигнификации здесь показывает десятку пентаклей, что есть, в принципе, стабильная история с одной женщиной, да и, в принципе, стабильная ситуация по двойке кубков, где мужчина еще с другой встречается, в более таких романтических отношениях. Но вы знаете, здесь карты показывают, что мужчина-то пока по действиям не готов как-то радикально прощаться ни с тобой, ни с ней. Почему? Потому что такие карты. Здесь в стабильных отношениях, если и показывают ситуацию с ней, с соперницей, я бы могла сказать, здесь какое-то болото. Много что связывает. Если семейные отношения, то, конечно, совместный быт, привычка, дети и так далее. Много обстоятельств, понимаете, что их там сдерживает. Но и в ваших отношениях присутствует ревность, контроль, какая-то, знаете, прям проверка, он может проявлять какую-то ревность по отношению к тебе. И у вас могут быть конфликты сейчас на почве этого любовного треугольника. Давайте уточним, что все-таки его удерживает соперницей. Два раза идет четверка кубков. Вот это новость. На разных колодах. Знаете, как бы смешно, конечно, но факт, просто бытовуха. Бытовуха. И знаете еще что? Просто нежелание поменять.
ни семейный статус, ни статус в плане как бы любовного треугольника, и нет у вашего кавалера, девочки, желания каких-то действий. Здесь по действиям ноль на палочке. В каком плане? Что он не хочет ничего между вами с ним менять, и ничего не хочет в тех отношениях, которые более-менее стабильные, менять. Здесь идет болото, здесь идет застой, здесь идет бытовуха, здесь, понимаете, идет привычка элементарная. И самое главное, как бы там тоскливо-то не было, развлекается с тобой. И как бы там тоскливо не было, он ничего делать здесь не хочет для того, чтобы эту ситуацию поменять. Я бы сказала, привычка и такая какая-то созависимость от тех отношений с соперницей. Меняйте ситуацию на себя. Если вы, наоборот, в статусе, к примеру, жены, и осмотрите на любовницу, то я вам сразу могу сказать, что с любовницей тогда товарищ развлекается, получает эмоции, которых не хватает в вашем браке. Поэтому, девочки, если вы смотрите сама по себе жена, а у вас мужчина гуляет, муж, да, гражданский муж, делайте что-то, ему с вами скучно стало, по-русски-то сказать. Угасла та былая страсть, угас тот интерес, съедают отношения бытовуха и скука. Еще что его удерживает с соперницей на самом деле? Верховная жрица, любовница, тайная связь. Ну, конечно, как по традиции, всегда, девочки, все начинается с тайны, все всегда по-тихому, все всегда на какой-то игре. Но, как говорится, в нашей практике все тайное становится явным. В любой ситуации, если вы пришли на этот расклад, вы уже в курсе, что есть. Здесь скорее больше вот как бы идет тема про любовницу у вашего мужчины. Потому что Верховная Жрица, девочки, это именно тайная женщина, любовница. Хорошо, что еще удерживает? Пока я вижу, что мало что удерживает, конечно. Здесь вам на магию надо провериться. Почему? Потому что здесь есть еще магическое воздействие. Вот именно почему я вот так задумалась на эту карту Верховная Жрица. Потому что рядом с картой Верховной Жрицы идет карта Луны. А это оморочки, это могут быть привязки, привороты и так далее. То есть это женщина, которая в твоей истории сейчас как кость в горле, она магичит на твоего. Посмотри, выходит карта башни, то есть она делает ритуалы на разрушение ваших отношений. У вас могут быть ссоры, конфликты, охлаждение, он может терять к тебе интерес. Но, еще раз повторяю, твоя соперница на месте не сидит. У кого действительно такая ситуация проиграется, что охладел, что бегает на сторону, что все как-то стало не так, как было, у вас частые конфликты, недопонимания и даже уже как бы у кого-то период расставания даже наступил, а у кого-то в этом месяце показывают сильные конфликты и даже ссоры, и прям у некоторых даже уже расставание произошло по причине другой. Чего вы сидите? Вот складывается впечатление. Его, девочки, может магия удерживать с этой женщиной, как карты показывают. Именно, знаете, у кого? В ситуации, у кого есть... любовница в браке. И женщина делает ритуалы. Как-то так. Давайте еще на другой колоде уточним. Но я бы могла сказать, здесь ситуация у вас очень мутная. Что еще его удерживает соперницы? Королева жезлов. Женщину показывают. Либо огненные стихии, либо женщина, которая делает и заказывает ритуалы. Привлекает его в сексуальном плане. Да, двух женщин показывает. Водная королева и королева жезлов. Две женщины, это правда. Водная королева и королева жезлов. Вот вы две соперницы. Я бы тебе могла сказать, если ты считаешь, что у тебя эта ситуация как-то сама разрешится, нет, кошечка. Она у тебя так и будет здесь... вертеться в любовном треугольнике. Почему? Потому что здесь такие карты выходят. Двух женщин, двух соперниц, тройка жезлов, общение в рамках любовного треугольника. И здесь у кого-то могут присутствовать действительно драмы, ревность, разборки, конфликты, но он не собирается ни с тобой расставаться, ни с ней. Даже если у вас сейчас было расставание и конфликты, напоминаю, эта ситуация у вас будет продолжаться. Делай что-то, приходи на расклад, и я тебе дала подсказку. Здесь женщина магичит. Второй вариант. Давайте посмотрим, что его удерживает соперницы. Девочки, напоминаю, что расклад общий у всех
по-разному может отыграться. А вот здесь я вижу, что удерживает вашего мужчину с женщиной, с которой ты сейчас пришла смотреть расклад, совместные дети, совместное прошлое. Были длительные отношения. Если действительно здесь смотрит в сторону бывшей, у них там есть, как говорится, привязочка. У кого-то, девочки, конкретно ребенок, либо дети. Солнце идет. То есть он туда может поэтому наведываться. Он ностальгирует, он не отпустил ее. Тут показывают бывшую девочку. Почему он привязан так к ней? Почему он ее не может отпустить? Здесь мужчину показывают короля пентаклей. Семерка кубков, девятка жезлов. Он показывает, что ему в этой ситуации сложно. Давайте уточним. Мужчину показывает, который реально запутался, который не может отпустить прошлое. У кого-то в частной трактовке, конечно, это мужчины земной стихии, но не обязательно. Обычно мужчины земной стихии — это люди, которые уже знают, что такое серьезные отношения, что такое брак, дети и семья. Как-то так. Почему все-таки он не может отпустить соперницу? Что их там связывает? Вот эту карту я уже видела, пока мешала. Десятка жезлов. Карта силы. Ага. Ох, тут тоже идет верховная жрица. Еще карты. Что все-таки сдерживает, чтобы понять? А у них кармические отношения, как карты показывают. Они уже, знаете, с ней сходились, расходились, ссорились, мирились и так далее. Здесь старшие арканы повалились, девочки. Здесь кармическая ситуация. Сложно будет ее переломить, пока он сам не пройдет эту трансформацию. Смотрите, сколько старших арканов на их отношения. Солнце, звезда, сила, колесо фортуны и верховная жрица. И та ситуация, в которую он попал с тобой, если, например, да, без разницы, какая у вас ситуация сейчас, кто вы друг другу, у вас тоже кармическая ситуация. То есть вот этот замес, он по судьбе идет, как карты показывают, колесо фортуны. Я тебя предупреждаю, здесь нет никаких гарантий, что он обратно не покатится к ней. Почему? Потому что колесо фортуны показывает на зацикленные отношения, которые напоминают американские горки. Ссоримся, миримся, сходимся, расходимся, и конца и края этой канители нет. Много чего связывает, кстати, по сексуальной привязке тоже. Я бы могла сказать, у него не совсем угасшие чувства к твоей сопернице. Он показывает, что с ней сложно, что у них действительно есть совместное прошлое, что они могут и сейчас и отдаляться друг от друга, но вот по этой привязке и по вот этой карме он обратно туда катится. Еще что их связывает, почему он не может ее отпустить? Да, правильно сказала, у них особая связь. Это карты подчеркивают. Ага. Еще один старший аркан, колесница. Кстати, я тебя предупреждаю, у него запланирована поездка, скорее всего, если они живут на расстоянии, к ней. Карта особой связи, The Bond. Это именно кармические отношения, это именно энергетические связи. То есть, если, в принципе, ты с этим борешься, и все равно, как кость в горле, вот эта соперница, и все равно его туда тянет... Ты знаешь, не она его тянет, это его туда тянет. Мужчина здесь ключевое звено, вот с этими, со всеми старшими арканами. То есть это он в такой замес попал. И это его к ним, и это его к ней тянет, а не наоборот. Он ее отпустить не может. Еще по четверке пентаклей чувство ревности, чувство собственности, возможно, неподеленное что-то в плане имущества. То здесь еще как бы... Его вот это подтягивает. Еще карты, дайте мне ответ. Раз уж пошли по этой колоде смотреть, почему он с ней не обрывает связь? Императрица. Это жена. Жена, бывшая жена, девочки, и мать детей. Смотрите на картинке, ребенок и женщина. Сложно будет здесь вам с ней побороться, потому что и арканов много старших, и связь очень плотная. Даже, я бы сказала, какая-то неугасшая до конца. Даже если они живут в разных странах, в разных городах, сильно тянет. Дети еще связывают. Девочки, давайте совет от карт на другой колоде. Но в мужчине проблема. Не в том, что его подтягивает, девочки, соперница, в нем самом. Придите на личный расклад, мы с вами все разберем.
Девочки, я всегда приглашаю вас на личный расклад, потому что вас здесь много сидит, смотрит, да, сотни, десятки, и поэтому у каждой своя ситуация. Поэтому нельзя на общих раскладах именно разъяснить всю ситуацию персонально для вас, и вы должны это понимать. Здесь только идет какая-то подсказка тебе и напоминание о том, что нужно все-таки разобраться тебе детально. Не жалейте вы на расклады денег, понимаете? Жизнь так быстро проходит. Как фанера над Парижем. А вы сидите и все что-то вот ждете у моря погоды, волшебного пинка. Дьявол идет в совете. Правильно все сказала, что это созависимость. И по дьяволу сложно в том плане, что и вас к нему сильно тянет, и он не отпускает. И тут тоже притягивает и тоже не отпускает. Дьявол это всегда накал страстей, драматичности, эмоциональные качели. Дьявол это всегда некие загвоздки в отношениях, и где все очень сложно развивается на самом деле, как я вам могу сказать, что сильная страсть, сильные эмоции, но тем не менее ситуация должна быть проработана по этим арканам. Пока я бы могла сказать, загвоздка в самом нем. То есть не то, что она его не отпускает, это он ее отпустить не в состоянии. Поэтому вот так, желаю добра.